Познать Абая значит познать себя. Сегодня творчеством великого мыслителя увлекаются люди разных возрастов. Одна из них – учащаяся 9 класса городской классической гимназии имени Сафуана Шаймерденова Бибатима Муханжарова. Она знает наизусть 80 стихотворений поэта и на достигнутом не останавливается. С талантливой школьницей познакомилась моя коллега Жанель Бесенбаева. Хылын таппай мақтанба. Хылын таппай мақтанба. Орын таппай баптанба. Құмарланып шаттанба. Ойна босқа күлуге. Итак, все 80 произведений. Бибатима Муханжарова познакомилась с творчеством великого мыслителя в начальных классах. Проявляла интерес, анализировала каждую строчку его высказываний. Юная поклонница Абая Кунанбаева не только изучает стихотворение, но и старается жить по его наказам. И творение просветителя дышат жизнью, учат человечности, говорит девушка. Для меня это просто огромный сборник советов, как мне поступать. Конечно же, я к нему прислушаюсь, потому что потихоньку понимаю, осознаю, что это очень мудро. И то, что я заметила, то, что с каждым годом, когда читаешь одно и то же стихотворение или читаешь произведение, это воспринимается каждый раз по-разному. Среди десятка стихотворений Бибатиме Муханжаровой сложно выбрать любимое. Девушка говорит, что каждое из них наполнено определенным смыслом, но все же есть особенное. Ансаған шөлде су тапсам, бас қоймайма бастауға, біреу түртсе яғақсам, бой тоқтама жасқауға. Бибатиме так полюбилось творчество Абая Кунанбаева, что на изучение одного произведения уходит пару часов. Учителя восхищаются познаниями девушки. Ее способности мы заметили еще в начальных классах, так как учителя начальных классов нам говорят про направление ребенка, что она гуманитарий. И вот с этого времени мы начали готовиться с этим ребенком. Она призер городских, областных, республиканских чтений. Нужно уметь наслаждаться жизнью, любить свое дело и не гнаться за неверными ценностями. Это самая значимая цитата Абая для Бибатимы. За 3 года изучения творчества поэта девушка заняла немало призовых мест. Ежегодно участвует в абаевских чтениях. На этом она не останавливается. Бибатима планирует выучить поэму «Искандер». Жанель Бесенбаева, Жолдузбек Ермуканов, новости МТРК.